Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хотел поговорить на такую тему, как любовь и современное общество. На примере своего канала и моего творчества хочу выразить такую простую мысль. Сейчас очень мало настоящей любви в современных треках. И все чаще стало появляться больше к деньгам. Мол, у кого их как можно больше, и тем больше он успешен, и, собственно, он счастлив. И казалось бы, где в этой цепочке любовь? Вот все просто. Любовь проявляется к деньгам. Хочу донести своим творчеством до вас. Это простые вещи, которые стали забываться. Это любовь к ближнему и сострадание к чужим проблемам, как и своим. И тем самым должно рождаться понимание человека. Например, я делаю каверы на любые ваши треки, которые вы просите. И да, заменяю в них мат на простые слова. Не только потому, что боюсь, что меня заблокируют, но также я делаю это для того, чтобы вы понимали, что чувства можно выразить иначе. Да, пускай я где-то делаю ошибки, запинаюсь, но это и есть жизнь. Это просто мой канал. Я на нем делаю то, что считаю нужным. Поймите, сейчас вокруг много зла и ненависти. Если на моем видео вы улыбнетесь, то это уже победа для меня. Вселенная создала нас разными, в том числе одинаковыми. И такая биполярность создается порой, рождает как агрессию, так и великое искусство. Я надеюсь, что вы правильно меня поймете и сделаете свои выводы. Но главное, это одно. Главное – любовь как к себе, так и остальным. Всегда нужно оставаться человеком. Мой последний трек как раз об этом. Трек биполярный, который выйдет уже в следующем месяце. Любите себя и всех вокруг. Еще увидимся. Пока.